Ну, тут собачка писала, ну ладно. Ну что, повторяем? Давай, тянем носочки. Нам нужен был кипяточек. Раз, два, три. Шикардос. По башке кипятком. Всем привет! Меня зовут Маша. И сегодня в Одессе наконец-то выпал снег. Это тут большая редкость. Поэтому сегодня мы будем делать очень красивые фоточки. Сегодня мы будем повторять красивые зимние фото. Наконец-то у нас есть снег, и мы можем это сделать. Ну что, поехали! Поехали! Итак, первая фоточка, которую мы будем повторять, это вот такая вот. Фото со снежком, но не обычным, а в форме сердца. И самое главное нам сейчас сделать вот такой вот снежок в форме сердца. Ну что, лепим, давай быстрее. Давай. Берем снег. Так, и теперь нужно слепить снежок, но не просто снежок, а в форме сердца. Давай, лепи. Он, во-первых, не очень хорошо лепится, но он лепится, но такое себе. Короче, не получается. Мне кажется, нужно снять перчатки и голыми руками слепить снег. Да-да-да, давай. Лепим один кружочек. Вот я уже снежок такой слепила. Мне кажется, теперь можно сделать просто вот такие еще одни кругляшочки. Голыми руками лепим снег. Холодно. А вы думали, легко делать красивые зимние фоточки? Везде холодно. Мам, может, ты будешь делать? Ладно, давай я долеплю. Маша почти его уже сделала. Но у Маши отмерзли руки. У мамы тоже отмерзают руки. Ну зато посмотрите, какой красивый снег. Так. И сердечко тоже красивое. А снег холодный такой. Ну, логично. Какое-то у нас кривое сердечко. Так. Руки красные уже. Похоже на сердечко? Да. С этой стороны лучше? Нет, с этой стороны. Сейчас мы его доделываем и будем делать фоточку. Так, для этой фотки нам нужна другая шапка. Спущенные волосы, быстро застегивайся. Куда ты свою шапку кинула? Так, шапку на глаза. Вот. Ой, как красиво. Теперь берем варежки. Смотрим фото. Сердечку, да? И повторяем. Так, повторяем фоточку. Губы не надо так делать, просто красиво. Руку немножко выше на голову. И вот так прямо ее выпрямим. И вот такая вот фоточка. Ну что, фоточка у нас получилась. И я думаю, получилась она на отлично. Да. А Маша проявляет самодеятельность и решила пооблизывать снег. Ну, тут собачка писала, ну ладно. Так, вот первая фоточка у нас получилась очень классная. Хотя мы ее снимали долго, но все ок. Ну тут собака бегает, ну ладно. А теперь нужно повторить вторую фотку. Смотрите, вот такая вот фотография. Ну что, повторяю? Маша решила переодеть свою шапочку. Она ей кажется более подходящей под этот образ. И что? Повторяем следующую фоточку. Я не думаю, что у нас прямо такая фотка получится или получится. Мне кажется, сможешь получится. Ты или нет? Хорошо ли ты подготовилась или нет? Хорошо ты тренируешься на своих занятиях или нет? Хорошо. Пошли найдем красивую нетронутую полянку. Давай. И там повторим это фото. Да. Пошли, быстренько. Смотрите, какая красота. Просто зимняя сказка. Идем, выполняем. Да. Акробатическое упражнение. Как вы думаете, у Маши получится задумка или нет? Да. Да? Да. Пробуем? Да. Оп. Тянем носочки. Что, тяжело, да? Давай, тянем носочки. Тяжело, тяжело. Никто не обещал, что будут легкие зимние фоточки. Раз, два, три. Тебе нравится? Да, а сейчас я на видео струшу это дерево. Ой, смотри, какой кустик сразу высокий оказался. Да. Следующее фото, ты готова? Да.
Короче, фото, которое мы хотим повторить, точнее, я хочу повторить, это вот такое вот. И как раз посмотрите, что у нас за спиной. Что у тебя за спиной? Идеальная полянка, где никто не ходил. Это единственная шок-контент. Последняя полянка. Да. Что нам нужно для этого фото? Нам нужен снег, ровная полянка. И я. И такой ангелочек. Вот. Вот так, да. Да, и теперь... Ноги, руки, ноги, руки. Смотрим. Оп. Ой. И вот такой вот ангел у нас получился. У-ху! Класс. Теперь у нас есть такая красивая зимняя фоточка, но это еще не все. Впереди еще очень много классных фоточек. И сейчас мы будем повторять... Вот такой вот. О, вот такой вот. Ты готова? Угу, да. Как ты думаешь, получится? Да. Ну, давай пробуем. Итак, для этого фото Маша у нас становится на корточке. И мы пробуем его повторить. Давай. Ну что, пробуем? Да. Давай, раз, два, три. Давай, раз, два, три. Нет, он какими-то кусками полетел. Ты его больше распуши как-то. Сейчас, пока мы сделаем это фото, Маша вся будет в снегу. Вот. Да, давай еще раз. Мы решили провести эксперимент. На улице у нас минус 10. Мы взяли с собой кипяток. И когда выливаешь кипяток на морозе, должна получиться очень какая-то красивая фигура или красивая фигня, фотка. Короче. Поэтому мы сейчас снимаем видосики, покажем вам их и попробуем выбрать классную фоточку. Да. Поехали. Очень холодно. Очень, ну просто очень холодно. А, нам нужен был кипяточек. У нас вот целый рюкзак с кипятком. А, и его нужно будет выливать вот так. Термос. Вот так. Один, второй, четыре у нас термоса. Да, у нас нужно будет выливать вот так воду, и она должна быть как бы паром каким-то прикольным. Сейчас вам покажем, получится у нас или нет. Да. Я надеюсь, получится. Да, я тоже, кстати, надеюсь на это. Ну что, дальше вы все увидите, а мы сейчас будем подготавливаться и начинать. 5, 4, 3, 2, 1, Let's go! Я тебя запустила, уже резкость навелась, все ок. Не, на меня резкость зашла. Давай, да. Все? Да. Давай. Давай. Да. Я видна? Да. Пробуем. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Давай, раз, два, три. Давай, раз, два, три. Да. У нас тут снег. Снег, снежочек. Ты будешь еще поливать? Да. Быстрее. Давай, готово. Шикардос. Кипятком. Ой, на мне лед засыпал. Все? Да. Ну что? Круто. И
того, эксперимент у нас удался, мне кажется. Посмотрите. Руки ледяные. Ты посмотрите на меня. Вот я тоже, у меня вроде бы это как вода, но это у меня вот если кипяток, когда падает вниз, он сразу замерзает, сразу же мгновенно. Руки ледяные, вся вода на нас замерзла, потому что вода все-таки да, падает. Смотрите, у меня куртка какая. Смотрите. У меня вся куртка. А у меня уже пальцы отваливаются. И руки просто, посмотрите. Аж красные отмораживаются. А я не помню, какие у меня. Тоже красные. Эксперимент удался. Но мне руки очень, теперь холодные. Мне очень понравилось. Мне а сейчас тоже. Бежим домой отогреваться. И мы отправляемся довольные домой, потому что у нас теперь есть очень много классных, красивых зимних фоточек. И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк. И если вы хотите вторую часть, но не факт, что у нас тогда будет снег, то поставьте лайк. Давайте наберем 5000 лайков. Я думаю, вы сможете. И напишите, какую серию фотографий вы хотите, чтобы мы повторили. Может быть, фото блогеров, может, фото известных людей, может быть, ну, напишите, идейки нам подкиньте. Пишите.